соцсетях появилась информация о том, что здесь начали проваливаться автомобили. Многие горожане сразу же предположили, что это происходит из-за того, что теперь здесь по дворам ездят тяжелые грузовые машины. На днях на этом месте во дворе дома номер 5, расположенного на улице Трудовая, провалился асфальт. В этот момент по нему проезжал автомобиль. В результате машина угодила в ловушку. Она застряла в яме. В данный момент место происшествия не отремонтировано полностью. Новый асфальт здесь не появился. Провал засыпан щебенкой. На параллельной улице в настоящее время проходит капитальный ремонт теплосетей. Улица Трудовая перекрыта со всех сторон. Проехать по ней невозможно. Как утверждали комментаторы в соцсетях, теперь различные грузовые машины и автобусы вынуждены объезжать этот участок по соседним дворовым улицам, тем самым нанося вред асфальту. Однако местные жители опровергли эту информацию. Нет, не бывает ни автобусов, все вранье, что тут автобусы ходили, грузовые, не было тут ничего. Вот только вот местные приезжают и все. В свою очередь, люди выразили свои мысли насчет того, почему рядом с Трудовой начал проваливаться асфальт. Во-первых, тут, мне кажется, перекапывают постоянно, и качество асфальта, соответственно, сейчас он асфальт вот такой вот тонюсенький. Размыло там, подмыло вода, и все, ручей, все течет вот со спортзала, и все сюда. У нас же тут дорога проходная, вот эта, проездная, и вниз туда. Подмыло, и все. Люди сошлись на том, что этот участок давно находится в запущенном состоянии. Его полноценным ремонтом никто не занимается. Однако местные жители не связывают ремонт на улице Трудовой с образовавшимся провалом. Они с пониманием относятся к ремонту теплосетей и ждут хорошего отопления следующей зимой.